challenge time. И снова всем привет, и мы продолжаем. Пишу следующую же серию сразу. А у меня там еще около 6-5, может быть, серий, не знаю, ну 4, наверное, точно. Не срендерено даже, они просто лежат этим. Блин. Всё, лень просто смонтировать. Как я правильно выбрал? О, еще больше дэмэджа. Так, что у нас тут? Босс там, это там. Значит, есть смысл сюда сходить. Он отдувной или он просто дохлый? Ну ладно. В принципе, какая разница, так. А он там трещина, блин. Хороший форт, да, ничего не скажешь. Ладно. Мы, в принципе, туда именно шли, поэтому не сильно велика разница. Теперь уже попробуем наверх сходить. Я, правда, не помню, как. Так. Нет, тут уже никак не выйдет, да? Да, надо, чтобы вторую, значит, вот с этого где-то надо куска начинать. Тогда нужно вот этот кусок, вот этот, вот так, и все. Все путем. Оу! Русалочка. Короче, записка для себя. Данжи сложнее, если брать их по очереди. Но есть данжи, которые, короче, тупо можно пропустить. Если я не спрошу, я не буду знать. Ну тоже странное место, зачем оно спрашивается, да? И где мои крайоны? Мы ж не нашли тут крайоны, по-моему, еще. Да открывай ты сразу, чё ты. Ледовая вечеринка. Что-то, ребята, совсем какие-то мороженые здесь, я смотрю. Вот и крайоны. Силы мысли! Как-то слишком даже легко здесь мы получили все. Тут, кстати, можно, да, этот хпшечку, в принципе, пофармить. Это объясняет все.
Нет, нельзя заморозить, чтобы помочь мужику. Но мы открыли проход, так что нормально. Опять ты. Хорошо, сестра. Короче, давай не будем ходить вокруг да около. Короче, теперь ты не выживешь. Мне кажется, Лена выглядит серьезной в этот раз. Короче, да, это... Да что ты плохо так уклоняешься? Как ты умудрилась не попасть? Мне одна хпшка-то оставалась. Бух. Другое дело. Да я же уклонялся, чё ты? Тут ладно, я согласен, попало до этого. Из-за того, что боссы поначалу довольно легкие, оно как-то, знаете, вот желания что-то с ними мучиться нету, поэтому ты идешь. Да что ты будешь делать? Да чё у тебя такая дальность-то жёсткая? Это вообще странно было, как-то я вроде за ней практически уже был. Давай, лети сюда. Давай уже. Да что ты опять попадать умудряешься? Давай, лети сюда.
Не знаю, может быть, на паузу просто тупо поставить. В принципе-то... Биты тут довольно однообразны в этом плане. Сейчас вот проду, и мы поставим в следующий раз на паузу. Да и мне проще будет. Впритык, как всегда. Довольно забавно там под конец было, уже не снял. Когда они там остается буквально чуть-чуть, она... Такие светящиеся эффекты, что сейчас супер-пупер выстрел, собирается выстрелить, а короче ничего, у него такой вопросик, типа, э? Седьмой кусок. Так, тут районы мы нашли, так что без проблем. Тамс. А, ну тут, видимо, нету дальше прохода, да, так что карта меньше, чем я думал. Ну, хотя да, с той стороны тоже такой же белесый кусок. Ну да, он что-то искал такого волшебного, прям хитрого, а по факту нет ничего. Так, ну такое себе, по-моему, просто мог толкнуть, если он просто нажимной. На этом куске известного все. А неизвестного хер его знает. Блин, был бы тут по-быстрому. Хотя подождите, хочу я. А, вот так. Я-то думал, мне реально к порталу унесет. То есть, если мне не было бы защиты, мне бы муха практически целую эту сожрала бы, да? Целое сердце, но охренеть. Так, мимо их всех. Вот мы пришли к портальчику. Надеюсь, мы засейвимся. Наверное, все-таки вот сюда надо пойти, чтобы выйти на ту пещеру. Зачем это? Там есть что-нибудь? Подсказка, дед. А если я встану? Нет? Не, ну это слишком, вы чё? Это слишком сложное задание. Пик еще один. Так. Тут, в принципе, тоже выглядит достаточно много, уж не знаю. Вот здесь, возможно, бы что-нибудь было бы. То есть здесь прям такое ощущение, что что-то должно быть. Пробуем наказать этого чувака. Я не это хотел сделать. Больно, да?
все, психанул. А вот подземелье еще. О, не надо, ну чё ты? Давай, нормально же общались, чё ты? Таких вообще проще заспамить тупо вот ударами, как по мне. Сколько мне их уже, кстати говоря? 24, да? И 26 или 28 нужно было. Но, благодарю. Так, ага, вот мы сюда попали теперь. Давайте сходим тогда туда все-таки. Еще бы вспомнить, где... Как туда попасть? Это через сказочный лес, по-моему. Далековато. У нас еще этот крестик же висит. Ой. Дурацкий. Во льдах. Сейчас руку почешу. Так. Нахер идите все. Идите все нахер. Так. Суицидальный Перри утконосый в броне. Доколебал. Хотя пусть будет. О, 24. Значит, все-таки 24, да? Ну круто, может быть, мы сейчас этот пройдем данж. О, еще один секретное подземелье. Ну, короче, тут что-то все равно не будет зелий. Давайте, забудь про зелье. This dungeon has an extra key. Do you think too hard? Ну, у меня есть какой-то ключ. Воу. Что это за шняга? И убивается ли она? А чё так много этих фиговин? Прямо аж три. Я бы воспользовался этими. Это ж не так интересно. Отмычками. Так, и... На, сейчас подумать. Надо было ниже ставить. Наверное. Типа вот сюда вот эту. Только этот надо было тоже подвинуть. Но вот все равно этой одной не хватает для полного-то счастья. Они не морозятся, так? Так, ну ладно, этот я нижнюю, допустим, смогу
пододвинуть вот этой штукой, а потом как? Сверху как? Как верхнюю бы пододвинуть? Раз, подожди, раз, два, три, четыре. Ну и этих четыре, да. Ты дальше точно не проходишь? Нет, то есть ты просто на ней, да? Жаль, жаль. Можно сигнализатор такой делать, да. Типа сходится или не сходится. Так, ладно. Как же вот эту штуку-то? Кстати. Кстати. Только надо выйти и перезайти. Это я уже начудил тут. Насколько это будет реально? Наверное, не насколько. Хотя вот если вот так не то ты делаешь. О, да. Да, детка, да. Только теперь этот еще вытащить. Я его загнал туда за зря. Так, подождите, сейчас как бы... Да. Хитрости, блин. Вагон и маленькая тележка. Давай в эту, в первую попавшуюся сразу. Клёво, тут четверка. Давай без этого только, ну. Там, кстати, трещина, по-моему, была, или мне показалось. Нет-то. Типа трещина. Ну, тут пока не слишком сложно, но... Иди в жопу. Воу, вот это я... Ну, этот чувак, конечно, мне может помочь, если я буду прятаться за тем. Теоретически-то. Как ты сквозь эти пробиваешь? Совсем охренел? Дай кристалл захерачу. Главное, открыл. То есть вы не хотите мне здесь вообще лечилки нормальные давать, да? Ну,
Охренеть, что-то вы вообще, ребят. Сайдак. Ну, что-то мини-босса вы перестарались. Они решили вообще поджестить в последнем этом. Хотя тут-то, в принципе, не так-то сложно. Вон, берешь и просто делаешь. А вот тут уже веселее. Особенно, если ты пытаешься... Да. Что ж ты делаешь? Перестань. Благодарствую. Крайоны. Ну вот это прям нужная штука здесь сейчас. Ну, вот чем ты меня выпнул? Не стыдно? Так, отлично. Еще одну, возможно, дверь открыли. А это на выход сразу был, да? Окей. Зато один участок прошли. Ёб твою за ногу. А этот почему нет? Только взрывать? А, у меня же есть взрывать этот динамит, что это не подумал. Ну, тут... Чё-то простенько. Так, опять загадка с этой фиговиной, да? Который еще навернуться можно при особом желании. Раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре, пять. То есть надо посмотреть, сколько вообще нужно, да? Впрочем, тогда чё я особо мужусь-то? Ну, ты не так стреляешь. Ты делаешь это неправильно, вот. Ах! Да, без кучи вещей. Типа огненного меча и прочее здесь. И леденяшки. Здесь было бы достаточно тяжело. Так, ясно. Тут найти надо путь правильный. Оптимально для того, чтобы меня сложнее было сбить.
Ай! Да, нашел дырку, я думал, все, куда их скинуть. Твою мать, сейчас черти откуда начинать. Это какой, второй, по-моему, да? Вторая дверь. Хотя, с другой стороны, тут уже все открыто, так что уже не так долго. Да, зазевался на секунду и все. Правильно мыслишь, правильно вниз. Правильной дорогой летите, товарищи. Вниз давай лети. Да, именно. Пух. Пушка. Еще лучше. Поставь на нее ледяной этот и все. Так, а это куда нас приведет? На тоже на какой-то выход, да, сразу? Синий портал мы вот не допрошли. Там где-то был ключ, видимо, да, который я не приобрел. Хотя все, смотрите, все выйдет сюда в конечном итоге. Все сведется вот к этим загадкам. Так, давайте посмотрим. Ага. Нет, оно не свело все к этой загадке. Хорошо, ладно, допустим. Все четыре. Вот на эту я наступлю сам. Значит, остальные я должен как-то раскидать. Да вот этот уже интересно. Так, вот этот я могу, допустим, сам нажать, а закинуть сразу. Потом. Ну, тот я смогу. Толку я потом не смогу. Вот этот вот, который стоит здесь, значит, а если мы его сделаем, допустим, один сюда, другой сюда, все равно нет особых вариантов. Хотя есть идея. Так, нет, подожди, так. Это вот сюда. Это вот сюда. А вот сюда мы сделаем вот так. Нет, он пока не приехал, он не считается. Так, сейчас да подумаем другой вариант. Тут как бы заморозить-то больше нечего-то, да? Ah.
Вот это как раз мне не надо было делать. А кстати, ну-ка. А, ну да, это же так нельзя подтолкнуть будет. Он сразу ломается. Это интересно. Один туда, один туда. А он туда, я никак не могу, опять же, блин. Чё-то какая-то тут хренотня непонятная. Никаких недокументированных особенностей, по-моему, больше нету. Даже если теоретически смогу. Хотя подожди, оно, по-моему, так не работает. А, подожди. А если попробовать... Ну тут, в принципе, сильной разницы тоже нет. Но надо подумать насчет наискось. Наискось, наискось. Ладно, подождите. Ну да, я все правильно мыслил. Надо было просто вот здесь его поставить и поломать ему грань. Сломать ему хвост. Четыре этих самых, да? Четыре кнопки надо применить. Но тут как бы вроде не слишком сложно. Тут надо просто этот сделать, убрать. И придется сломать один этот все равно. Наверное. Ну, это несложно оказалось. О, лечилочка. Давайте мы здесь сохранимся, наверное. Так, и нам еще одна дверь осталась. Да, открыть уже надо тоже. Во-первых, вон ту золотую откроем еще. Сам дурак. И ты дурак. О, блин, кто из вас опасней-то? Слушай, я с таким только что сражался, мне не хотелось бы... Блин. Не ту кнопку нажал. Короче, ясно. Нужно все равно в первую очередь этого ломать. Засранца. Глазика. У него много всяких дурацких атак. Что ж ты делаешь? Прекрати. Да сломайся ты уже, блин. Ну, аллилуйя. А тут у нас что за говно? Тут у нас золотой ключик. И что вы хотите сказать, чтобы я... Ага. Тогда ладно. Ай, блин, сорвался.
Отлично. Давай, добивай. Хотя, может быть, просто надо было телепортнуться, типа, чтобы себе статистику не портить. Ой, еще босс нас ждет. Ну, как нас? Меня. Это что, вы будете смотреть и угорать? Твою мать. Все-таки впервые за столько времени они умудрились попасть. Блин, если бы я знал, что ты такое делаешь, я бы сразу сюда пошел. Лабиринты, лабиринты. О. О, леденяшка. Хорошо. Я вполне доволен. Все. Вроде бы как, да? Опять ты. Ультра Мехабус. Я Данжен Босс. Может быть, мы оставим этого пугающего чувака одного? Ни за что. Это всяк драки, короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот такой же световой применила, пыталась, а она это самое взяла и не сработала. Потому что тот чувак не умеет делать, он... Глупый подражатель. Давайте еще 1-2 раза, и я скипну этот момент. Ты что, по 2 уже их кидаешь, что ли? Ты охренел? Что ли, охреневшая рожа? Блин, это оставалось там. Всего ничего. Он, честно, попроще, чем прошлый босс этот. Безумная баба. Поймал таки. То есть, если бы он меня не убирал, эту штуку, блин, поймал вот это все-таки фиговиной. Этими летающими штуками, если бы она не сбивала мою атаку, что я не могу убить несколько секунд, то это было бы намного проще. Потому что я очень много потерял вот за счет того, что не смог. Это еще вот эта штука меня спасает, которую я нафармил-то, что есть шанс не получить ущерб. Ну, вы поняли. Фу, минут 20 я его бил, наверное. Короче, основная тактика. Он... Ты появляешься, он кидает 2 штуки. Ты просто... можешь успеть подбежать, кинуть динамит и просто бегать вокруг. Он прыгает. Когда он делает прыжок с ударом и волною, он выпускает потом следом 2 еще таких фиговины, но уже и нас рада бежать к нему поближе. Потому что начинает это поле применять, ты кидаешь динамит, отходишь, ждешь, когда поле он активирует.
взрывается динамит, ты подбегаешь, еще пару ударов наносишь, еще успеваешь динамит поставить и убегаешь. Фу. Короче, вообще непросто. Подожди, я вот зря вышел, я хотел посмотреть, от чего у меня золотой ключ-то еще. Нужен он еще где-то или не нужен? Просто значит, что он у меня его лишний остался. Хотя, возможно, это на случай, если не в том порядке пойду и выяснится, что ключей не хватает. Наверное, так. Ладно. Это на самом деле адово было. Здесь, по-моему, шоткат был. После такого вот эти вот мелкие вообще какие-то как-то не страшны. Это так-то не были особо страшны, но после такого-то вообще. Так, у нас еще два портала нужно активировать. Так, если мы пойдем в верхний, мы как раз по всей цепочке пройдемся к последнему. Осталось найти, где этот портал. Не он, но близко. Во. Так, а тут дорог-то туда нету, что ли? Странненько. Мухи дрянные. Хотя, может быть, надо через этот идти, да? Может быть, тут и нету прохода в ту локацию. Не надо. Не надо. Будьте людьми. Что вы будете делать? Дайте я спокойно. Херовые шуткаты. Спасибо. И тебя тоже. Туда же. А, значит, все-таки пришлось сюда идти, да? Ладно, давайте искать где-нибудь проход наверх. Ну, прям напрашивается, что он там. Ну, похоже, надо идти через этот все-таки. Взял коровку, убил. Бессердечная скотина. Да. Так, иначе вот здесь где-то будет, да? Теоретически. Да, вот здесь проходик. Да, берегись, вторженец, я этот сам Гардерика. Короче, который садом занимается, да. Садовод. Или огородник. Ну, садовод тут скорее, да. Сделаешь еще хотя бы шаг, и ты будешь засажен. Получается, это что-то в этом роде. Ну, а ты не видел моего босса? Я тоже хочу здесь получить работу. Че? Интересно, значит, это оттуда, да? Откат. Короче, эти бабы, да, они вот даже такие же. Так
такими жезломными, как... Как призраки эти, но те исчезали и появлялись, поэтому их сложнее было определить, когда они какую-то гадость сделают. Из синих. Терпеливый мы, синий призрак. Хорошо. Воу. Вот чё так, такая злая? Давай я тебя потушу. Ты разве из-за того, что я тебя сломал всё? Или в чём причина твоей агрессии? Да, похоже, из-за того, что всё я сломал, да? Да ладно, сейчас все восстановится, что-то в самом деле. Чё так медленно замахиваетесь? Красный, зеленый, голубой. Я вырезал все линии по порядку. Хех. Ну, РГБ, хорошо, запомню. Видимо, какая-то подсказка. Хорошо, что тут много пещер. Воу. А льдинки ты тоже? Да, короче, у него... Да, надо поэтому ориентироваться. Кто тут поставил такой мощный кондиционер, блин? Продует же нахер. А, вот мы идем как раз в тот кусок, да. Может быть, мы, кстати, там срез найдем. О, палочки с этого мутировали, с пляжа. Вот такие вот. Это что было? А вон камень какой-то магический, не знаю. Может, там есть магический меч, который надо вытащить, нет? О. Слушай, иди нахер. Сейчас теперь опять через эту пробираться. Как бы не сложно, но... Лишнее время. Ну, отлично, вот эти мы надо бить все-таки, да. Так, я куда-то могу его притащить. А, вот, понял, куда. Слушай, иди нахер, а? Я не хочу с тобой сражаться. Хотя ты и полезный оказался, да. Порталы. Да ладно, до тебя не дотянулись бы. Да какого хрена-то? А, тут на все эти, да? Мировую карту. О, прикольно. Это постоянная штука теперь у меня или как? Вон еще два подземелья.
А уже и заканчивать пора, как бы. Давайте хоть в это спрячемся. Хотя, скорее всего, они просто сквозные. Ёб твою за ногу, это что еще за... Глазик, глазик, глазик. Тю. И не выпало ничего, ну, какие злые дни. Ай, злые и жадные существа. Да идите в жопу ты. Я не туда же вернулся? Нет. Ну, конечно, давайте запинайте меня, блин. Да, это тоже какой-то срез очередной. Нет, не сюда. На камень, наверное, да? Ну, шикарно. А, ну окей. Хорошо, тепло тогда. Еще один. Может, они все-таки конечные? Оу, тихо. Мне портал бы портальный найти прям. О. Чё-то какие-то тут закоулки, закоулки, блин, лабиринт. Да, помогай. Еще одно подземелье. Отличненько. Вон там проход, вон там еще. Пипец, и как туда попасть? Пока это такие окольные. Ладно. Где мы там у портала какого появимся? О-о-о. В общем, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Ликстрага. Всем пока.